Автомобиль в этом году отмечает юбилей – 125 лет. Поздравим же именинника и сделаем ему подарок. Перечислим пятерку самых-самых машин, которые когда-либо бороздили дороги нашей планеты. 1886 год принято считать годом рождения автомобиля, а Mercedes-Benz – первой машиной. Это был трехколесный моторизированный экипаж с двигателем мощностью меньше лошадиной силы и максимальной скоростью 18 км в час. Самой дорогой из ныне продающихся машин является Bugatti Veyron. Он же самый быстрый и самый мощный из серийных автомобилей, и продается это чудо за 1,5 миллиона евро. Самым красивым автомобилем признан старый Jaguar E-Type, спортсмен и аристократ. E-Type впервые показали в 1961 году, и к его рекламе привлекли модели журнала Playboy. Британцы считают его национальной гордостью. В списках самых уродливых авто все чаще попадается Fiat Multipla образца 1999 года. Это просто Франкенштейн автомобильного мира с рожками боковых зеркал над наплывшей складкой лба, гибрид машины и аквариума с пираньями. И напоследок самая популярная, с максимальным тиражом по миру разъехалась Toyota Corolla. С 1966 года по 2006 год было выпущено 32 миллиона автомобилей этой модели. Этот результат официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Старый добрый принцип «как вы яхту назовете» тут сработал на все 100. «Корола» в переводе с латыни «корона». Вот и царствует. «Комсомольская правда».